Кайман WX-27. Профессиональный бензокоса Кустарес с высокооборотистым двигателем и функцией круиз-контроль для абсолютного контроля за кошением травы. Оснащенность высокооборотистым двигателем позволяет бензокосе быстро и качественно производить срез травы. Двигатель оснащен системой Fast Start, что гарантирует быстрый и простой запуск косы. Модель оснащена японским круиз-контролем с функцией памяти, что позволяет не только устанавливать нужное количество оборотов двигателя, но и при необходимости плавно увеличивать или уменьшать скорость. WX-27 – самая мощная среди легких бензокос весом до 5 кг. Профессиональный редуктор High Speed разработан в Японии ведущим мировым производителем дифференциалов повышенного трения. Благодаря новейшим технологическим решениям был создан высокопрочный и надежный редуктор минимального размера и веса. Этот механизм рассчитан на ежедневную 8-часовую эксплуатацию. Для бензокосы Кустареза очень важна стабильная работа двигателя при любом положении инструмента в пространстве. Вот почему бензокоса Кустарез Кайман WX-27 оснащена надежным японским карбюратором со встроенным топливным насосом мембранного типа. Приводной кованый вал Solid Shaft имеет резьбу на конце муфты сцепления, что обеспечивает лучшую посадку по сравнению со шплинтовым соединением. Это сокращает пробуксовку и значительно снижает уровень вибрации. На бензокосе Кустарезе Кайман WX-27 установлена эргономичная рукоятка, левая и правая части которой регулируются независимо друг от друга и подстраиваются под любое положение рук оператора. Стальной японский диск Kaiman Blade диаметром 230 мм с победитовыми зубьями специально разработан для высокопроизводительного кошения травы и кустарника. Высокое содержание цементитов в стали повышает ее стойкость к износу и позволяет достичь баланса между прочностными характеристиками и высокой степенью износостойкости режущей кромки. В комплектации имеется универсальный защитный кожух, который подходит как для работы с триммерной насадкой, так и с остальным диском. Кайман WX-27.